Сергей Ломанов-младший прокомментировал свой уход из хоккейного Енисея в шведский Венерсборг. Напомню, девятикратный чемпион мира, нападающий красноярской команды, подписал контракт с шведским клубом на 2 года. Сам форвард рассказал, уходить из Енисея – это очень тяжелое решение, но добавил, что планирует вернуться в Россию. Отмечу, это уже второй ведущий игрок красноярской команды, который покидает ряды Енисея в этом межсезонье. Ранее 2-летний контракт с другим шведским клубом «Сандвикен» подписал нападающий Алан Джусуев. Он выступал за Енисей с 2009 года и за это время неоднократно становился победителем российских и международных соревнований. Я давно, да, уже хотел поиграть в Швеции. Еще с 20 лет меня, каждый год меня приглашали, и шведы ждали, когда же я приму решение переехать в Швецию и сыграть в их чемпионате. Было очень близко 2001 год после нашего чемпионства. Я уже был очень близок перейти туда. Но, как мы знаем, мы все остались здесь, да, еще. Потом до перехода в «Динамо» у меня тоже было официальное приглашение от «Хаммарби».